Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой, Игорем и Викой Картер мы будем делать выбор в Майнкрафте всей нашей жизни. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Приветик! Как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем брать на всех наших видео, тем чаще мы будем выпускать вот такие серии вот таким составом. И, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, все ссылки вы найдете в описании к этому ролику. Также не забывайте писать положительные комментарии, мы читаем все комментарии и на самые интересные отвечаем. И, конечно, смотрите, что же вам это делать. Да, приятного просмотра. Ну что, ребята, будем объяснять или покажем на деле, что и как? Покажем на деле. Покажем на деле. Давайте долетим сюда. Игорь, да твою мать. Ну, в принципе, ладно, нормально. Я застряла, помогись. Потому что Игорь что-то натворил опять. Все, нормально. Нормально. Так. Вот, Игорь, давай объясним хотя бы. Да. У нас будет... комната. В комнате будет вопрос. Вот, допустим, Вика, отойди, чтобы я на кнопку нажал. Вот. Вопрос. Тупые вопросы. Допустим, какую башку ты бы хотел иметь? Башку с размером с леденец или с пляжный мяч? Можно я первый? Можно? И, да, я объясню. И каждый из нас будет высказывать свое мнение, почему он считает то, что один или другой вариант лучше. Потом мы будем советоваться и голосовать. И посмотрим, сколько процентов мы наберем. Да. Йо-йо-йо. Нет, 100%. Я хочу, чтобы мою голову кто-то обсасывал. Давайте возьмем леденец. Я, вот честно, за пляжный мяч. Чтобы тебе пинали голову, да? Не, ну потому что если у тебя будет слишком маленькая голова, то это тоже как-то не круто будет. Лучше, чтобы она огромная была. То есть, большая голова, больше мозгов. Да, зато ее не обсасывают. Да. Вот, а мне нравится, когда обсасывают голову, поэтому я тоже за лолипоп. Вот. Я за мяч, то есть все против меня, да? Вика. А мне просто нравится слово лолипоп, я хочу. Ладно, давайте. В пролете. Но я же был прав, потому что волейбольный мяч лучше, так что нам еще угадать нужно. А это все относительно. Вот как они вообще решили, что он лучше? Они ну смотрите, кто не знает, дайте я быстренько объясню. Создатель этой карты до выкладывания самой карты провел голосование. 700 человек прошло голосование, 700 человек высказало свое мнение. И тут есть статистика, то что 76% проголосовало за мяч, а 24% проголосовало за леденец. Ну, 20... нормально, ребята. Ну, вот, ну 76 же больше, чем 24. Да докажи вообще. Ладно, не докажу. Давай второй вопрос. Все готовы? Да. Так, где ты хочешь жить? В пустыне или в Арктике? В Арктике. Я за Арктику. Потому что, если в пустыне, то, в принципе, очень жарко, да, и вряд ли ты сможешь остудиться. Там и ни воды, ни воды, ничего, что там делать. Тем более. А в Арктике хотя бы согреться можно. То есть я всегда любил... В пустыне только верблюды, а в Арктике пингвинчики милые. Вы понимаете, я живу в Сибири, я не могу уже в этот холод, так что я выбираю пустыню. Я за Арктику. Я за Арктику. Ну вот вы гады. Вика. Во, видишь, 27% на 75%. 27 плюс 79, 100. Ладно. Можете зачитать следующий. Давайте, либо зомби, либо привидение. Кем ты хочешь быть? Или зомби, или привидение? Я за привидение. Сейчас выскажусь. В общем, дело в том, что я как вообще очень знающий человек во всем этом. Вот, я предлагаю вам все-таки выбрать привидение, потому что зомби можно оружием бить, а привидение только магией. Да, и зомби тупые, зеленые. Зомби вообще не соображают, то есть ты мертвый человек. И они делают вот так. А привидение, да, а привидение это твоя душа. Да, так что видите. Мне даже не дали сказать. У нас было, извини. Мы забыли, Женечка, Женечка. Наверное, ты хотел за зомби проголосовать, поэтому твое мнение не спрашивали. Нам надо быть либо богатыми, либо популярными, да? Я выбираю популярными, потому что когда ты популярный, ты все равно богатый. Ну не факт, не факт. Это все может, зависит от того, сколько у тебя просмотров. Ну, популярный это тоже, знаешь, двусмысленное. То есть популярный может быть хороший человек, а популярный может быть плохой человек. Какой-то там убийца, маньяк и другое. Ну тем не менее, любой плохой человек считает себя, понимаешь, хорошим. Вот согласен, нигде не в части. Ладно, пойдем за тобой, нажимай на кнопку. Неправильно. О, прикольно, смотрите. Это все правильно. Это неправильно. Это неправильно. Мы собираем шарфу золота. Ой, нет, я забыла. Вот видите, неправильно. Так, ладно, давайте. Это не факт.
Ну, это такое двухсмысленное немного. Так, следующее. Кем ты хочешь быть? Суперзлодеем или супергероем? Конечно, супергероем. Да, конечно, суперзлодеем. Да я суперзлодеем. Идиот я. Объясните, а то я еще не вдупляюсь. Типа плохими ребятами, понимаешь, мы плохими. Нет, они просто красивые всегда. Да, мы банда. Не-не-не, стоп-стоп, я вообще-то Марвел больше люблю. Ты любишь же Капитана Америку, да? Да, ты знаешь, ну, что он вот Хайгидра? Да, но сейчас он сражается уже за хорошую сторону. Нужна монетка, нужна монетка. Нужна монетка, вот, для этого она и сделана. Давай. Синий или красный, кто? Красный! Ё-моё! И это правильный вариант, это правильный. Ну это банально, это ну, банально. Кем ты хочешь быть, голодным или иметь жажду там питья? Конечно, голодным. Нет. Иметь жажду питья. Да, нет, нет, ну, голодный, голодный. Нет, нет. Потому что от обезвоживания умереть проще. Да, быстрее умереть, чем... Нет, ну ты же можешь свою ногу отрезать и поесть, а попить... Я, конечно, понимаю, что у тебя сейчас в голове по этому поводу, но лучше это не озвучивать. Мне кажется, лучше быть голодным. Ты дольше проживешь. Да, я тоже так кажется. Давайте, да, верно. Да, это правильный, это правильный. Кто меня не любит, все понятно. Давайте седьмой вопрос. Отправляться назад в прошлое или в будущее? В будущее, чтобы узнать, что же будет. Ну смотри, а если ты отправишься в прошлое, ты же сможешь исправить все свои ошибки, которые ты сделал. Ошибки у нас в прошлом не было, а мы в будущем узнаем. Подожди, смотри, я... Да подождите, но это не считается, это не считается. Смотрите, обосновываю, смотри. Получается, в прошлом мы знаем, что происходило, да, есть история. В будущем мы не знаем, что будет, давайте в будущее. Да, давайте, мы узнаем, что будет через тысячи лет. Кидаем тогда монету. Я уже кинула, она сказала красный. Ты один нас думаешь, что? Еще раз. Пожалуйста. Да. Ну ладно, выбирайте. Вот! Изи! 55 на 45. Ну, это уже очень близко было. 55% на 45. И люди, которые голосуют меньше, то получается, они не действуют стадному инстинкту. Да, да. Так, следующий вопрос. Быть профессиональным гитаристом или профессиональным вот этим, чувак, который играет на вот этих, как это называется? Не-не-не, драмера. Да, на барабанах. Я выбираю гитариста. Я хочу БМВ. Можно мне? Я гитариста. Я могу пояснить, почему. Нет, тут нужно смотреть и тоже думать логически. В основном у басистов нет тёлок. Вот я поэтому и выбираю гитариста, потому что тёлки падают на гитары. Не факт, каким ты будешь гитаристом. Да не нажимай. Так, ну, трое на одного. Да, это правильный. А кто 61. Мы выиграли. Так, следующий вопрос. Что ты хочешь, иметь способность замораживать время или пропускать время? То есть перематывать его вперед? Замораживать. Время замораживать? Мало, чтобы его пропускать вперед. Да, поэтому замораживать. Ну, вы так тоже не нажимайте, давайте все выскажутся. Эдисон, тебе уже не важен голос. Да не, я сказал то, что я за... Ты не нужен, зараза. А одевать подгузники до конца твоей жизни или... Никогда не играть в компьютер и консоли. Конечно, одевать подгузники. Подгузники. Это правильно. Если играть в компьютер в подгузниках, можно вообще не отвлекаться. Во-во, согласен. Так, ну в принципе, мы прошли первую комнату. Йоу, мне, кстати, и мы получили красную. Да, вот смотри. Завершаем уровень, и Игорь, положи красную шерсть вот сюда на первый уровень. Это значит, что мы его прошли. Йоу, может второй тогда? Да, нужно второй пройти, обязательно. Демон! Вот, я умер. Вика, умри. Вика, тебе помочь? Вика, умри. Вика, умри, я тебе помог. Во! Всех видим. Так, вы готовы? Иметь возможность летать или превращаться в невидимого? То есть быть невидимым. Невидимым, мне кажется, невидимый лучше. Потому что... В первую очередь, да, но смотри, если ты будешь летать, то, мне кажется, никто этого так не оставит. То есть тебя сразу запрут какую-то клетку там. Вот-вот. Да, но все же мы правы, Вика, мы правы. Невидимость — это круто. Ну, вообще почти 50 на 50. Ну да, почти. Как раз про кирпичи и... Вот, самый лучший вопрос. Что ты хочешь, какать кирпичами, то есть что бы ты выбрал? Какать кирпичами или какать гвоздями? А можно вообще не какать, я не хочу ни кирпичами. Ну тут такого варианта нет, тут такого варианта нет. Я гвоздями выбираю. Вот я кирпичами, да? То лучше всего, наверное, кирпичи, потому что гвозди могут попку уколоть. Да, но кирпичи... Кирпичи вообще не вылезут, понимаешь, потому что туда даже не вместится вот это. Нет, знаешь, если ты с рождения какаешь кирпичами, то лучше приспособлено все там. Давайте кидаем монетку, может. Монетка. И... Красный, нажимай. Нет, вот видишь, нет.
Что бы ты выбрал? Иметь один день в неделю выключенный интернет у тебя в компьютере или один раз на один месяц, то есть один раз в год? То есть каждый день, каждую неделю или каждый год, каждый месяц? То есть один месяц. Не, ну так выйдет меньше, так деньков сюда. Не, можно брать на месяц и просто планировать раз в год отпуск. А так каждый день тебе нужно придумывать, чем заняться. Это месяц вперед надо записать видосов, я против. Игорь, в итоге получается в год ты пропустишь больше дней без интернета. Да, но смотри, тут ты только один день будешь сидеть без интернета, там целый месяц. Да, не, Вик правильно сказал, мы полетим отдыхать. Да. Не, ну дай монет. Я за Игоря. Вот сейчас я за Игоря. Давайте монет. Давайте монетку. Красная. Давайте. Правильно! 77. А почему правильно? Это все за нас решили. Вы не стадо, да? Так, что вы хотите? Иметь животное, которое разговаривает, но оно умрет через 5 лет, или иметь нормальное животное, но оно умрет через 15 лет? Я хочу говорящего. Да, я тоже хочу говорящего. А я хочу нормальное. Ну все, понял. Вот видите, я был прав. А кто был неправ? Вы были неправы. А я не нажимал, я не нажимал. Я нажал, ну как бы Эдисон проголосовал. Не, ну ребят, на самом деле, смотря еще какое животное, некоторые год живут, можно было взять говорящую крысу, например, она... А если, допустим, она будет говорящая, но если она тебя материть каждый день будет, обзывать и бабло... Но все же... Экскурсии проводить за деньги. Ты её можешь... Просмотров соберёт, если ты вот реально выкажешь... Ну да, может быть, согласен. Я такой популярный был. Смотры переводятся. Так. Жить вечно. Жить вечно или бесконечные деньги? То есть, я вечно жить. Я деньги. Жить надоест, давайте деньги. Я выбираю деньги, смотрим. Блин. Ну нажимай. Неправильно. Говорил, деньги надо брать, говорил. А почему? Потому что жить тебе надоест рано или поздно. Ну, наверное. В принципе, с какой-то степени, как говорится, жизнь только одна, поэтому, ну, я ладно. Я дольше всех жила! Шоколад, который пахнет какашкой, или какашку, которая пахнет шоколадом? А мне кажется, какашку нет. Пахнет шоколадом? Зачем? Какашка пахла шоколадом, это просто прикольно. Зачем тебе какашка, зачем тебе шоколад, который пахнет какашкой? Какашка, которая пахнет шоколадом. Можно я за шоколад, который пахнет какашкой? То его съесть можно хотя бы. Красный... А почему, вашу мать, почему шоколадка, которая пахнет говном? Ну, то есть, в чем прикол? Чтобы нос закрыть и съесть. Бред какой-то. Так, жить как Шрек или жить как осел? У вас дракон был, я Дейенерис. Я тоже как осел. Я тоже, там драконы будут. Правильно. Ну так и есть в этом всем логика. Да. Так, путешествовать на Луну или путешествовать на самую глубь океана? Я лучше на Луну. Я на Луну. Океан. Ну пи! Нас больше. Правильно! Что там в том океане? А что на океане? Подожди, океан не исследован. Может там какая-то рыба большая живет или еще что-нибудь. И что, запрет она тебя и все. А Луна тоже приедет. Ладно. Другой вопрос. Иметь супер зрение или иметь супер слух? Вот это не знаю, вот это не знаю. Зрение красное. Не знаю, я уже слух. Слух. Зрение. Мне кажется, супер. Ты представляешь, у тебя супер слух, ты такой сидишь дома, чешешь свою ногу, кушаешь вкусную еду и слышишь, как в соседнем доме кто-то пернул. Да, вообще все звуки будешь слышать, там жук какой-то пробегает, и это очень слух слышно. Ну можно регулировать, понимаешь? Да, можно регулировать. Тут не написано, что ты можешь регулировать. А это не важно, это я додумал. Ну короче, монетка, хорошо, давайте кидай монетку. А так ты все время будешь смотреть в пол, будешь видеть микробов всяких. Все мы выиграли, видишь? Ну ладно, ладно. А быть известным как актер. Известным как актер или как музыкант? Я за актера. Я всегда хотела быть актрисой. Все, изи. Правильно, видишь же, какой себе музыкант. Все, прошли. Ура! Какая? Давай ставь на второй уровень. Йоу. Круто. Ну, мне кажется, круто, можно уже заканчивать, 20 минут серии достаточно. Мне очень понравилось, честно, я имею большое желание пройти еще оставшиеся 4 уровня. Вы как? Я тоже согласен. Поэтому, ребята, зависит только от вас. Если вы лепите большие пальцы вверх на все наши видео, то мы выпустим новую серию как можно быстрее, да? Да. Очень быстро! И также не забываем подписываться на все наши каналы, ссылочки на все будут в описании. Да, и не забывайте писать положительные комментарии. Мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. Дайте я сейчас скажу. Сейчас... Пока. Идите в жопу. Всем пока! До свидания.